The most important things in the world are faith, love, friendship, and hope. And you know that all these things are very important for us, and everybody and each of us would like to have these things. And the Gracious Choir is a very famous choir which performs, and in its performances it expresses all these feelings, because these compositions which are performed by this choir, for example, Christmas Cantata, they all tell us about love, about faith, about warmth, especially warmth in the family and about the relations between people. So when you listen to the music performed by this choir, which is performed with the help of very good conductors and very good and very professional Gracious Orchestra, you can feel all this warmth, all these feelings, and they come to your soul, to your heart, and fill your soul with this warmth, with the hope, and make you strong. So I hope that you will enjoy the performance of this choir, and you will keep all these feelings in your soul, in your heart, and that will prolong your life and make your life happy. Я считаю, что Gracious Хор – это серьезное явление в музыкальной жизни Кореи, ну и надеюсь, что это будет серьезным явлением в музыкальной жизни мира. Теперь я бы хотел несколько слов сказать о рождественской кантате. Это произведение такого синтетического жанра, его нельзя назвать в строгом смысле кантатой или мюзиклом, или еще чем-то, это такое свободное прочтение всевозможных жанров и их симбиоз. Здесь музыка и пение, и представление на любой вкус, и для детей, и для взрослых. Одним понравится достаточно строгое и очень интересно аранжированное исполнение рождественских песнопений, рождественских кантов. Другим понравится история рождения Христа, так как она представлена в чем-то отдаленно напоминающей какие-то оперные постановки. Или третья часть этой кантаты, которая представляет собой мюзикл из практически современной жизни. И все это, все три эти части объединены одной идеей. Идеей любви, идеей возрождения, идеей всепобеждающей силы добра. И первая часть, и вторая, и третья, когда, в которой, например, человек, который занят своими повседневными делами, не обращает ни на что внимания, вдруг преображается и становится живым человеком, с живой, любящей душой. Вот эта идея, которая на протяжении всей кантаты объединяет эти все части. Я уже не говорю о том, что кантата исполняется на высочайшем профессиональном уровне. Прекрасно поет хор, прекрасно поют солисты. С большой заинтересованностью играют ребята, которые действительно показывают интересный, веселый мюзикл, который будет всем интересен. Я, со своей стороны, я его видел раза три, и каждый раз смотрел его, не отрываясь, с большим интересом. И я всем рекомендую как можно скорее пойти на спектакль и посмотреть его. Вот все, что я могу вам сказать. До свидания.